Здравствуйте, с вами территория ночного вещания. Меня зовут Лия Сергеева, и сегодня у нас в студии очень необычный гость. Обладатель голоса, который характеризует сталь и бархат. Александр Ламинский. Доброй ночи. Доброй ночи. Очень приятно, что нас позвали в ночное время, потому что мы поем плюс 12. Угу. Почему же плюс 12? Что же такого в ваших песнях, что не подходит для юных слушателей? Ну, потому что я советовался на эту тему. Если мы поставим плюс 6, то нас просто не поймут, потому что даже «Ну, погоди» поставили старше. То есть придется петь про Чебурашку? Придется петь совсем другие песни. Ну, кстати, в вашем исполнении было бы любопытно и это послушать. А как вы сами характеризуете свой стиль? Мы занимаемся классической эстрадой, в хорошем смысле этого слова. То есть раньше для меня ориентиры были там, Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, Муслим Магомаев. Хорошая качественная эстрада, вот назвал бы это так. То есть в нашей стране почему-то произошло какое-то разграничение на вот это шансон, а вот это поп-музыка. Ну, я не знаю, со стороны специалистов виднее. Я пою душевные песни. Ну, душевные песни – это прекрасно, но в этом тебе, Александр, помогают многие люди. Давай их представим. Справа от меня находится замечательный человек, аранжировщик практически всех песен Александр Максимов, руководитель группы, музыкальный продюсер. Вот начнем так. Это было приятно. Можно поиграть даже что-то. Вот. Слева от меня находится замечательная девушка, благодаря которой все звучит вкуснее, Ника. Вот. Вот Владимир, барабанщик, Володя Володин. Прошу любить и жаловать. Замечательный у меня еще один человек находится. Присаживайся. Присаживайся. Вот. Я могу очень долго, на самом деле, рассказывать о музыкантах, потому что все-то думают, что самый главный человек я. Нет, это все один большой единый коллектив. То есть вы единый организм, получается? Да, Алексей у нас на басу, вот, и я пою. А давно ли работаете вместе? Нужно ли было время сработаться или профессионалам не нужно? Они все собрались и сразу начали играть? Профессионалы собрались, начали играть, но время все равно нужно, чтобы чувствовать друг друга. Потому что Ване с его гитарой тоже нужно почувствовать, когда, в какие моменты, что играть, а где-то нужно помолчать. Как у Станиславского, важны же паузы. Ну что ж, про музыку мы уже поговорили, давайте теперь ее послушаем. Давайте. Итак, что за песня сейчас будет исполнена? Сейчас будет исполнена композиция, которая принесла в этом году мне шансон года. Это очень приятно, очень почетно. У меня была детская мечта спеть в Кремле. Она осуществилась благодаря этой композиции. И теперь я хочу, чтобы вы ее услышали впервые в Казани. Мы попробуем сейчас это воспроизвести. Ну что ж, с удовольствием слушаем. Но оборвалась тонкая струна,
Я один, и ты теперь одна. На-на, на-на, на-на. На-на, на-на, на-на. Как ты поживаешь, звездочка моя? Может, ждешь кого, скажи, любимая? Или лучше промолчи, не надо слов. Безответная в глаза твоих любовь. Украденное счастье ты мое. Душа так больно плачет и поет. Но оборвалась тонкая струна. Я один, и ты теперь одна. Любви. И осталось сердце только позови. Вижу по глазам, что больше не моя. И душа теперь как море лодочка. Украденное счастье ты мое. Душа так больно плачет и поет. Но оборвалась тонкая струна. Я один, и ты теперь одна. Украденное счастье ты мое. Душа так больно плачет и поет. Но оборвалась тонкая струна. Я один, и ты теперь одна. Я один, и ты теперь одна. И вот сейчас очень не хватает аплодисментов Кремлевского дворца. Да, спасибо. Похлопаю только я. Спасибо. И напомню, что именно за эту песню Александр получил премию «Шансон года». И, кстати, раз уж мы заговорили о форматах, я знаю, что вы их не любите, и однажды очень нелицеприятно даже позволить цитировать не будем, все-таки ограничения у нашей программы есть. Почему такая нелюбовь к форматам? Потому что у творчества нет, не бывает формата вообще. Форма творчества не определена. То есть, если я слышу композицию, когда записываю ее на бумагу, я считаю, что... Я действительно так считаю, что это пришло от Бога. Это дало небо, и у неба нет никаких форматов. И я слышу песню так, я хочу, чтобы она звучала так. Мы очень долго с Сашей проделали очень многолетний путь для того, чтобы эти песни звучали, потому что очень сложно в наше время быть услышанным, потому что такой поток музыкальной информации, я говорю информации, не музыки, потому что музыкой бы я это не назвал. Это просто музыкальный пластик звучит, песни из цикла «Я люблю тебя, ты любишь меня, давай полюбимся с тобой». А чего? Я не приемлю такие формы музыкального искусства, поэтому то, что делаю я, то, что мы делаем с ребятами на концертах, это все идет от чистого сердца, от души, а у сердца и души не может быть форматов, как не может быть форматов у любви. Почему мужчина любит эту девушку? За что? За то, что она красивая? Нет. За то, что у нее красивые ноги или красивые глаза? Нет. Просто сердце не обманешь. Если ты чувствуешь, что это есть, ты это чувствуешь. У этого есть форматы? Нет. Поэтому я не люблю форматы. Но ведь большую часть и музыки, и слов для своих песен ты пишешь сам. Да. С детства, с юности, или как вообще, многие сейчас любят говорить. Вот с такого возраста. То есть едва научился писать, говорить, сразу взялся за перо, за бумагу. Мама мне говорила, что я писал вообще вот маленький-маленький. Я писал сказки какие-то рассказы, вот. Они сохранились? Ну, очень смешные. Очень смешные. Очень смешные.
даже, наверное, не стоит об этом, потому что это было маленькое глупое такое выражение себя. Вот. Сейчас очень сложно брать авторство песен и приписывать его себе, потому что когда ты сидишь возле океана, смотришь на звезды, и у тебя в руках ручка, я пишу все чернильной ручкой. До сих пор. Вы ходите на берег океана на пляж с чернильной ручкой? Да. Очень необычно. Да, еще, я просто когда-то курил, вот, и ходил с сигаретами. Не курите, это плохо. Вот, я бросил. Не курю. Хожу просто с ручкой и с бумагой. Или с блокнотом. И все записываю. То есть вы предпочитаете все... Ты предпочитаешь все равно писать от руки. Не вот эти новомодные гаджеты, планшетники и так далее. Все, перьевая ручка, романтика кругом. Когда перьевой ручкой ты на бумагу переносишь то, что тебе дано, вот дано, ты понимаешь, что вот, вот оно произошло, вот оно случилось. Это ну, как в детстве, это такой какой-то... Вот у меня самый главный праздник – Новый год. Серьезно, вот я... Мне 38 лет, я чувствую себя полным ребенком. И то же самое чувствуют мои дети. То есть приходит папа, ставит елку, мы все это наряжаем, выглядит это все шикарно. Вот. И чувствуешь себя ребенком. Ну это прекрасно, когда взрослый человек, когда папа может быть ребенком. Это вдвойне праздник для детей. А кто-то оказал влияние на становление именно как творческой личности? Да, конечно. Пушкин, Есенин. Я вот недавно... буквально месяц-полтора назад я был на могиле Есенина. Вот. Я считаю, что это ну, величайший русский поэт, которому было дано писать такие строки, которые вот так это просто, и так это точно и душевно. Потому что Пушкин не менее там величайший, Блок и так далее. Но это было так давно... И есть какие-то формы, которые я вот читаю, я понимаю, это сложно, это гениально, вот. А у Есенина они написаны просто душой. То есть не могу сказать никакого мастерства, естественно, мастер, вот. Но как-то так это все читаешь, и как будто вот он живет на соседней улице до сих пор. Такой... Очень ну, я сейчас приятно. Предлагаю от такого возвышенного перейти к более бытовому. Напоминаю, наш телефон прямого эфира 570-50-75. Звоните. И, кстати, один звонок у нас уже есть. Доброй ночи. Доброй ночи. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня зовут Анастасия. Я являюсь большой поклонницей творчества Александра Ломинского. Спасибо. Мы вот видим каналы, на каналах клипы ваши. И каждый клип – это целая история, целый художественный фильм, очень интересные сюжеты. А чьи обычно вот бывают идеи клипов? И кто автор клипа, например, на песню «Ты знала»? Спасибо огромное за звонок. Спасибо вам, Анастасия, спасибо. Большое. Спасибо. Честно, очень, очень приятно. Я, наверное, не буду скрывать, что практически все самые лучшие работы снял Алан Бадоев. Алан такой же придурочный, как и я. У нас вообще в голове очень мало мозга, вот, поэтому... И очень мало скромности. Мы вообще, скромность – это первый шаг к неизвестности. Угу. В шоу-бизнесе точно. Хотя, честно, ну, мы очень застенчивые парни, да. Я вот вижу прекрасную девушку, и я как-то стесняюсь. Я вас стесняюсь. Лия, стесняюсь. Смысл в том, что все сценарии клипов, практически все, придумал Алан. Я, может быть, дал какие-то детали, какие-то там пожелания, да, вводные, что бы мне хотелось видеть. Алан уже второй раз, сейчас мы сняли новую композицию, новое видео на композицию «Я просто без ума от тебя». Я сегодня спою ее. Это будет, кстати, эксклюзив. Это будет премьера. Вот у вас в программе это премьера в Казани, в Татарстане, потому что эту песню еще мало кто слышал. Мы сейчас на нее сняли... замечательное видео, я считаю, замечательное видео. Просто Алан, как всегда, номер один. Алан номер один, а вы нам в ротацию этот клип сможете подарить? Конечно,
Слово даю. Как я могу девушке отказать? На нашем телеканале скоро появится новый потрясающий клип. И, кстати, про клипы. Я услышала мнение, что с Аланом Бадоевым работать невозможно, потому что он тиран, деспот, и работать с ним могут только такие же трудоголики, как и он. Так ли это? Алан Бадоев – козерог. И я козерог. Нам так хорошо и душевно работается вместе, потому что мы друг друга унижаем. Так вы еще и мазохисты. Мы ужасные люди, мы издеваемся друг над другом. Каким же образом? Ну, Алан говорит, сегодня, Саш, мы будем тебя доводить до слез. Я говорю, зачем? Что я тебе плохого сделал, Алан? Люди должны видеть, что ты вот плачешь, рыдаешь. Видишь, какая музыка замечательная. Спасибо, Сань. Вот, то есть я, когда мы снимали клип, Саша, кстати, был на съемках, Катюша Вилкова, богиня просто российского кино, богиня, самая лучшая в мире, с ней так классно работалось. Она умирала у меня на руках, и у меня начиналась истерика, потому что я не понимаю, как человек может у меня на руках, вот голова упала, и она становится бледной. Она белеет, она становится белой, как бумага, как рубашка у Саши. Ну как такое может быть? Как? Вот Бог дал ей это. И это безумно, это такой класс. Работать с такими людьми, мне так повезло. Вот я счастлив. Слово, я воспользуюсь служебным положением. Посмотрев клип «Ты знала», я, видимо, как законченная оптимистка, подумала, что все-таки девушка в итоге выжила, и все закончилось хорошо. Как в итоге? Дело просто все в том, что все рассуждают о клипе, что это катастрофа. Это клип – метафора. Это у нас отношения с главной героиней, которые не сложились. И они рушатся. Вот этот самолет – это наши отношения. Все, что происходит в самолете – это наши отношения. Самолет упал – это наши отношения. То есть так сложилось в жизни. Не было никакого крушения. То есть все крушение вот здесь. То есть и вот здесь. Фильм «Экипаж», получается, перенесли на более высокий ментальный уровень. Да, потому что вот такой вот дурик Алан Бадоев. Да. Да, потому что он гений. А гением можно переносить все, что хочешь. Мне Алан позвонил и говорит, Сань, он мне давал 5 сценариев до этого, 5. И говорит, как тебе вот это, как тебе вот то? Я говорю, это не так, это не так. Он мне позвонил и говорит, а ты помнишь фильм «Экипаж»? Яковлева. Для меня Яковлева и Алферова это... Я, когда маленький, смотрел «Д'Артаньяна «Три мушкетера», я млел. Я мечтал быть Д'Артаньяном. Я им стал. Стал в музыке. И у меня есть мушкетеры, что приятно. Ну что ж, Д'Артаньян и мушкетеры от музыки, и даже миледи. Может быть, вы нам как раз эту песню исполните? Да легко. С удовольствием. Мы с тобой герои. Было это все в Одессе, городе любви. И, конечно, было все на море. Руки дотяну я к солнцу только для тебя. Кружева, слова и поцелуи. Затуманен взор от упоения страсти и от такого счастья и дурмана. Ты знала, ты знала, ты знала, как фантазия опасна и насколько ты прекрасна. Ты знала, ты знала, ты знала, это счастье. Мечусь я в твоих глазах, ведь счастьем полон взор.
и любуюсь на твои колени. Нежный голос твой, как флейта, льется и на двор. Звезды льют свой свет слегка рабея. Ты знала, ты знала, ты знала, как фантазия опасна и насколько ты прекрасна. Ты знала, ты знала, ты знала, это счастье быть с тобой, стань моей судьбой. Счастье быть с тобою, стань моей судьбою. Небесам скажу, вас благодарю. Этот дар, как ангел в моей жизни. Ты знала, ты знала, ты знала, как фантазия опасна и насколько ты прекрасна. Ты знала, ты знала, это счастье быть с тобой, стань моей судьбой. Ты знала, ты знала, ты знала, как фантазия. Это счастье быть с тобой, стань моей судьбой. Ну, теперь я точно знаю, какая песня будет в ближайшие пару дней крутиться у меня в голове. Спасибо. Итак, напомню, телефон нашего прямого эфира 570-50-75. Звоните, задавайте вопросы. У нас будет еще много интересного, и вы можете задать свой вопрос, который интересует именно вас. А вот умение писать такие запоминающиеся мелодии, это талант или все-таки учитывается как-то пожелание публики, ее вкус и ее веяние? Все, что вот делается, делается очень долго, делается от души. Мы собираемся, у нас очень много репетиций. Никогда никто ни о чем не думает. У Пола Маккартни как-то спросили, как написать песню Yesterday? Никак. Ее нужно просто сесть и написать, чтобы она получилась такой. Никто не знает, вот давайте там шоу-бизнес и вообще музыка, это такая субстанция, которую просчитать невозможно. То есть, в принципе, в киноиндустрии, взяв хороших, замечательных актеров, великолепных режиссеров, голливудских, наших, самых лучших, взяв большой-большой бюджет, да, в принципе, уже процентов на 60 мы можем быть уверены в успехе. Но давайте я соберу самых лучших в мире композиторов, самых лучших текстовиков, заплатим им безумные деньги и скажем, слушай, напиши «Отель Калифорнию 2». Давай с ним, давай запишем «Отель Калифорния 2». И вот чтобы она звучала там, 30-40 лет на радио и была такая же популярна. Это возможно? Нет, невозможно. Потому что музыка приходит вот оттуда. Ну вот Полу Маккартни «Yesterday» приснилось, и он долго своих коллег по «Битлз» уверял, что эту песню он где-то слышал, просто вот я ее услышал где-то по радио, и она мне приснилась. И те его долго уверяли, ну что ты придумал шедевр. Как к тебе песни приходят? Тоже снятся? Как Менделееву таблицы Менделеева? У нас это все вообще так странно происходит. То есть бывает, Саша напишет какую-то мелодию, я пишу слова. Долго мы понимаем, что это не оно. Слова переписываются. А бывает, никто ничего не пишет. Просто вот я ехал со съемок клипа «Я просто без ума от тебя» ночью в поезде.
За ночь я написал 3 песни. За ночь. 3 песни. Как это? Вот как это? Я не знаю. Вот просто взял и написал. А бывает, неделю, две, три ты не пишешь ни строчки. Ну, вот не приходит тебе ничего. Зато когда приходит, то уже получается оптом. Ну, слава богу, что так. Ну что ж, мы снова вернемся к таким бытовым вопросам. У вас сейчас гастрольный тур, причем с очень интересным таким графиком, о нем мы поговорим чуть попозже. Давайте пока поговорим про то, что близко нам, про Казань. Когда будет концерт у нас? Где? Во сколько? Что это будет? В Казани концерт будет 1 декабря в Пирамиде в 7 часов вечера. Очень приятно, потому что в Пирамиде я уже несколько раз выступал. То есть площадка знакомая? Площадка замечательная, очень красивая. Люди в Татарстане такие душевные, вот хорошо воспринимают, правильно. Сегодня мы готовили с замечательным парнем Русланом, готовили по рецепту казанской кухни баранину. Ох, так классно вообще. Я получил такое удовольствие. Я не знаю, как Руслан, я в счастье. Потому что я, во-первых, люблю готовить. И считаю, что это исключительно мужской процесс. Не приемлю женщин на кухне вообще. То есть, ну, мама моя хорошо готовит. Мама хорошо, ладно. Кроме мамы никому хода на кухню нет. Нет, и папа. Все, папа отлично, шикарно готовит. Вот. Поэтому сегодня у нас была такая мужская посиделка. Мы готовили баранину, и было вот так, по казанскому рецепту. Вот. Ну, конечно, очень приятно, что мы пришли к вам на ТНВ. Ребята еще не знают. Я знаю. Нам подарили чак-чак и целую кучу всего. Вы пока с ними не делились? Нет, у каждого своя доля. Своя доля чак-чака. Вот. Это так приятно вообще. Просто... Российский, вообще российский народ весь, он очень вот гостеприимный. Хлебосольный. Хлебосольный, да. А правильный, вот я ребенок Советского Союза, я родился и вырос в Советском Союзе. Все, скажем так, союзные республики очень хлебосольные. Вообще у нас такой народ весь. Я не буду там говорить по национальностям, это бред. Вот я советский человек, я родился и вырос в Советском Союзе, и таким и остался. Я приезжаю в Америку, это не прикольно. Hello, how are you? Да. И что, им всем есть дело, как у меня дела? Нет. А вот сюда приехали, и я вижу реально, что люди о нас заботятся. Чай, кофе. Приятно. Поэтому я сейчас пою, и мне классно. Итак, у нас есть настрой. Звонок. Есть и настрой, есть и звонок. Доброй ночи, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сергей. Я вас вижу по телевизору и вас смотрю передачу. Очень приятно, что вы нас смотрите. Спасибо. Мне очень нравится, как все сделано. Этих вечерних песен я лично так вот пальцем не верну, но песни как-то вот на секунду. Иногда возникает. Я шансон люблю. И мне кажется, это вот его. На самом деле, не верю. А лично немножко другом. Вот этот фрагмент песни мне так понравился. И я хотел бы попросить его о такой вещи. А мой родной брат, он старше меня на 2 года, и уже 7 лет борется с очень тяжелым заболеванием. У него рак. И он об этом знает. Кто-то не живет, мы ему помогаем, я помогаю, я говорю, что я здесь давно уже 6 лет. И моя компания, она производит вот уже 8 лет садистской продукции, торт, пирожные, все такое. Мне бы хотелось спросить, или попросить, вернее, для моего брата, на Кирилле, на концерте 1 декабря, который будет в Пирамиде, вот это обязательно у него придет на жену, какие-то такие песни, что, я думаю, что в репертуаре нашего артиста есть песни, все-таки вы не утверждаете, помогаете жить и бороться. А я бы с удовольствием в качестве президента или проявления понимания, уважения к искусству человека, привел бы
и продемонстрировал бы, естественно, наш кондитер и направил бы торт. Вот мы были участниками торжества, и торт большой. К сожалению, со связью у нас небольшие проблемы. Я коротко перескажу. Мне режиссер подсказал, о чем речь. Не совсем понятно. Да, немножко у нас, видимо, телефоны сегодня барахлят. Итак, у мужчины такая беда. Брат болен раком. И он просит, не могли бы ли вы на концерте 1 декабря в Казани спеть песню для как раз этого болеющего брата. И мужчина занимается выпечкой, пироги, торты, ну, вкусными всякими делами. Какого размера он должен сделать этот торт? Он ничего не должен, должен просто прийти. Я, может, глупости сейчас скажу, но я просто знаю, как чудодейственна музыка и слова, которые вот душевно исполнены, как это действует на людей, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем. Приходите, конечно, оставьте свой телефон администратору, моему директору Артему, и мы вас приглашаем на концерт. Ничего не нужно, просто придите, спасибо за звонок. Будем рады попеть для вас. И, конечно же, не одна песня. Все, что можем, все сделаем. Ну что ж, пожалуйста, оставьте свой номер телефона, мы с вами свяжемся. Или перезвоните нам, если вы уже положили трубку. Но продолжим. Александр, ты оказался очень скрытным человеком, и когда к этой программе я готовилась, информации очень мало в интернете. Где все журналисты берут информацию? Знаю, что родители видели совсем другую профессию для тебя. У меня родители юристы. Они хотели добра для сына. Они не знали, что сын будет сумасшедшим и не послушает их. Они хотели добра ребенку, искренне хотели. Поэтому папа мне всегда говорил: Саш, не поступишь в университет, пойдешь в армию. Тебя побреют налысо, снимут вот эти все твои сережки. И ты наконец-то поймешь, что значит падать и отжиматься 50 раз от пола. Вот. Я представлял себе эту картину и думал: Господи, не дай бог это произойдет. Добрый папа сказал: ты знаешь, Нахимовское училище военно-морское – это класс. Это научит тебя дисциплине. Но туда поступить очень сложно, потому что в Советском Союзе там был такой конкурс сумасшедший. И он меня с дедом отдал на военно-морскую флотилию. Флотилия юных моряков имени Саши Ковалева. У меня есть конферансье, Эдик Неделько, мой очень близкий друг. Он чуть-чуть постарше меня. Но получилось так, мы узнали это абсолютно недавно. Мы, оказывается, окончили вместе военно-морскую флотилию, одну и ту же в Одессе. Я готовил там, я был коком на флотилии. Опять же таки из-за своей лени, потому что либо ты драешь палубу, либо ты готовишь на коллектив 35-37 человек. Я выбрал второе, вот, потому что, ну и готовить научился. Ну и как, коллектив был доволен? Коллектив был всегда доволен, и самое приятное то, что нас хорошо так харчевали, у нас все было всегда хорошо, вот. Несмотря на то, что количество продуктов было небольшим, но всегда можно было что-то придумать, потому что голь на выдумку хитра. Это как? Ой, это отдельная тема вашей программы. А то, что касается непосредственно, что хотели родители своему сыну, как все любые родители, добра. Правильно? Поэтому прочили юриспруденцию. Поэтому я дал маме слово. Она говорит: ты же не хочешь пойти куда-нибудь там не по правильной дорожке? Давай поступай в университет, на юрфак. И я очень хорошо учился, потому что не хотел идти в армию. А папа умел мотивировать, я вот смотрю. Папа у меня вообще такой юморист. Так умеет мотивировать. Вот. И поэтому спасибо, пап. Ты будешь смотреть эту передачу. Вот. Отец кнутом и пряником воспитал, что хорошо и что плохо. Вот. И поэтому я окончил юрфак отлично. И поступил туда, и окончил. А потом пришел к маме и говорю: мам, я уезжаю в Киев поступать в университет культуры, потому что это все-таки мое. Она говорит: а диплом? Я говорю: а диплом нужен тебе, иди его забери. Отрок оказался послушным, но упрямым. Да. И в итоге какое же второе образование? Я режиссер-постановщик массовых мероприятий. Вот. И еще я параллельно там занимался вокалом все это время. И еще параллельно у нас была самая популярная на Украине группа.
которую мы собрали в Университете культуры, и быстренько так начали собирать стадионы. Нам казалось, что это так просто. Написали песню, она стала мега популярной, потом вторая, потом третья. Счастье длилось, и всем казалось, что это будет вечно. Но пока я не буду просить исполнять песни тех времен, давайте исполним... И не нужно. Почему же? Это очень интересно. Пока давайте исполним что-нибудь современное из нынешнего репертуара. Да. Вы знаете, мы сейчас это сделаем обязательно. И опять же таки, у вас будет эксклюзив. Эксклюзив будет заключаться в том, что эту песню вы знаете в быстром, модном исполнении, а мы ее споем не модно, но очень душевно. Огарком свечи мерцала луна, как путник в ночи явилась она, явилась и вновь растаяла в тьме. Лишь песни без слов, песни без слов осталось во мне. Горечь пройдет, сгинет туман, губ твоих на сладкий обман, сладкий обман, крепче вина сводит с ума. Горечь пройдет, сгинет туман, губ твоих мед, сладкий обман, крепче вина сводит с ума. Я, видно, не смог тебе рассказать любовь между строк. Нельзя прочитать, развел небосвод веснушками звезд. Я вновь опьянен, вновь опьянен безумием грез. Горечь пройдет, сгинет туман. Сладкий обман, крепче вина сводит с ума. Горечь пройдет, сгинет туман, губ твоих ног. Сладкий обман, крепче вина сводит с ума. Горечь пройдет, сгинет туман, губ твоих мед, сладкий обман, крепче вина сводит с ума. Ну, действительно, в таком варианте, мне кажется, он даже нравится больше. Спасибо, мы старались. Так вам спасибо. Но сейчас перейдем к теме лихих 90-х. Во время... Попозже перейдем. Режиссер подсказывает, что есть звонок. Итак, здравствуйте. Доброй ночи. Доброй ночи, мои дорогие. Доброй ночи. Здравствуйте. Меня зовут Айлит Николаевна, мне 75 лет. Очень приятно. Я первый раз слышу голос этого молодого человека, первый раз вижу. И очень рада, что на нашей эстраде есть такие замечательные люди. Вот я просто вас влюбилась. Вы такой открытый, добрый, порядочный, замечательный голос. Вообще, нет таких людей, наверное, сейчас так. Я не лицемерю, это на самом деле я прожила Спасибо. Жизнь и вижу. Я желаю вам всяческих благ, чтобы вы процветали, чтобы ваш ансамбль всегда был вот такой в этом сборе.
Чтобы вы были здоровы, чтобы родители ваши были здоровы. Я с удовольствием вас буду слушать до конца этой программы. Спасибо. Большого-большого вам счастья во всем. Спасибо вам огромное. Не вешайте трубку, оставьте свой телефон директору Артему. И с удовольствием увижу вас на концерте. Приходите, послушайте все это в концертном зале. Я так думаю, вам понравится. Здоровья и спасибо, что вы не спите в столь поздний час. Да чего приятный звонок. Спасибо вам большое. Итак, все равно к теме 90-х мы вернемся. Во времена группы «Лё Милём» вы исполняли песню, которая рвала стадион, и называлась она... что меня очень удивило. «Мама, где моя Панама?» Я, может быть, что-то переврала? Просто песня называлась «Панама». «Панама». Ну, мы пели много придурочных песен. Вот, слава... А может быть, напоете пару строк? Чуть-чуть. Знаете, вот тот человек, который сейчас мне позвонил, если я сейчас это напою... Да, то есть давайте... Знаете как, пусть прошлое останется в прошлом. Мне очень дороги эти песни, я их написал, но сейчас, оглядываясь на тот период своего творчества, если это можно так назвать, я улыбаюсь. Вот. Мой сын Тимофей, которому 8 лет, он тоже поет что-то подобное. Вот. Но 8 лет его можно простить. Ну, хорошо, не буду более мучить, но юность все-таки была, конечно, из интеллигентной семьи, интеллигентная юность, все хорошо, но ведь бойцовая юность была, хоть об этом ты тоже не любишь говорить. А как же 17 швов на голове? Да, у меня вот вся голова в шрамах, поэтому я и так волосы перекладываю, и так, но все равно видно, что все не так было легко. Я родился и вырос в Одессе на Таирово. Это самый бандитский район. Вот. И для того, чтобы выжить просто в школе, мне приходилось каждый день драться. То есть и меня в детстве много били. Спасибо всем, кто меня бил. Вот. Потому что они меня не убили, а сделали сильнее. И это меня радует. Вот. Поэтому сейчас я занимаюсь боксом 5 дней в неделю. Не для того, чтобы наносить кому-то увечья. Нет. А просто... чтобы, если вот Ники скажут что-то не так, я мог посмотреть на человека и сказать, больше так не делай. И больше человек так делать не будет, потому что последствия могут быть плачевными. Хорошо, что люди это понимают. У нас есть еще один звонок. Доброй ночи, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Луиза. Очень приятно. Да, вы знаете, смотрю на этого молодого человека, очень приятно. Вы знаете, лицо очень благородное. Спасибо. Достойное очень. И манера преподносить тебя очень благородная. Вот это очень нравится. Это очень отличает вас, в принципе, от всей вот культуры современной. Это очень сильно. И еще я, конечно, позволю себе сравнение с Дятловым. То есть... Я думаю, что это достойное сравнение с Дятловым. Послушайте его тоже, конечно. Он очень достоин. И мне хотелось бы спросить вас, Александр. Вы Козерог. Человек очень верный, достойный, очень надежный, уверенный и преданный своим принципам и друзьям. Мне хотелось бы уточнить, готов вы ли строить свою дальнейшую карьеру без людей, которые... за вашей спиной. Я вижу достаточно благородные лица за вами. Вы знаете, спасибо огромное за вопрос. Я не строю карьеру. Вот в чем банальность. Я просто человек, который поет песни, пишет песни, делаю это честно, откровенно. Ребята помогают мне тоже честно и откровенно. У нас такой симбиоз. Я развиваюсь, ребята развиваются. Здесь дело может быть не в амбициях там или там в каком-то личном недопонимании. Просто может Ваня завтра захочет сделать хардроковую группу и уехать навсегда в Америку. Или влюбиться там в Клаудию Шифер. Нет, она старая для меня. Нет, я шучу, она прекрасна. Вот. Никто же не знает, что будет завтра. Саша хочет вообще уехать навсегда в Испанию, потому что ему скучно с нами. Скучно, потому что он любит испанок. Вот. Поэтому никто же не знает, что будет завтра. Вот. И Ника вообще обещала
завязать с музыкой и посвятить себя чему-нибудь серьезному. Например, живописи. Вот. То есть, а я буду все так же петь. Буду надоедать вам своими песнями. Поэтому мне сложно сказать, что будет завтра. Нам вообще обещают, что мы доживем до декабря, а потом конец света. Да, и причем, заметьте, конец света будет в пятницу. То есть мы доработаем до пятницы, и все. То есть такая жуткая несправедливость. Ни субботы тебе, ни субботы, ни воскресенье, ни прийти к Сане на концерт. У меня все запланировано, вы знаете. То есть у меня запланированы концерты. Так что отменяем концерты. Конец света. Мы отменяем конец света, потому что я заканчиваю второй альбом, который будет называться «Навек». Композиция «Навек» уже в просторах радиоэфира. Я надеюсь, она вам понравится. Вот, поэтому мы не знаем, что будет завтра. Это тяжелый вопрос, но я максимально попытался на него ответить. Но бытует такое мнение, что дружба мешает работе и бизнесу, а у вас это и работа, и бизнес. А в вашей группе что приоритетно? Дружба, работа или опять-таки симбиоз? У нас приоритетно все, вы знаете. Очень сложно назвать то, что мы делаем бизнесом, потому что для меня бизнес – это такие люди в галстуках, которые ходят на работу с 8 до 7, что-то там решают, вопросы какие-то, да, ну, такие серьезные юристы. Вот у них бизнес, а у нас творчество. Мы не занимаемся никаким бизнесом. То есть, а творчество – это очень странная субстанция. Может получаться, может не получаться. Вот, у нас получается. Действительно получается. Это Итак, радует. У нас есть звонок. Наверное, сегодня он станет последним, потому что прямой эфир имеет жесткие границы. Итак, здравствуйте. Так время пролетело. Алло. Здравствуйте. Да? Здравствуйте. Александр, я вас пожелаю, я прошу участвовать везде. По чистой дороге ходить. Дай Бог вам здоровья и всему коллективу вашему. Вот я хочу приобрести этот ваш диск. Как можно их достать? Вы знаете, вы оставьте свой телефон, и мой директор Артем подарит его вам. Мы сделаем это. Спасибо вам за пожелание, за напутствие, за звонок. Приходите на концерт, потому что на концерте этот концерт намного лучше, чем любой диск. Вот. Плюс это эмоции. Я вот до сих пор переживаю, что я не попал на концерт Майкла Джексона. И все переживали тоже очень сильно, потому что у меня есть все альбомы Майкла Джексона, но самого Майкла Джексона мне альбомы не заменят. Поэтому приходите. Ну, а я напомню, что концерт состоится 1 декабря в Казани в концертном зале «Пирамида». Так что не пропустите, время еще есть. Так что билеты купить мы все успеем. Ну что ж, время, к сожалению, ограничивает. Давайте еще песню споем. Хотя бы давайте. Одну. А давайте. Сейчас споем последнюю. Подарки, в это верю я, как и в то, что солнце светит для тебя с первого мгновенья, в ту святую ночь был я очарован, и сомнения прочь, небеса все знают, ты мой чудный дар, и в моей душе пожар. Я просто без ума от тебя, от тебя, от нежных рук твоих, от сладких губ твоих. Всю жизнь свою искал лишь тебя, лишь тебя, и одну мечту свою любовь одну, навек любовь одну. Мы уснем, обнявшись, словно маленькие дети. И никто не скажет, кто мы есть на этом свете. И никто не скажет, что же завтра будет. Так хотел Создатель.
наших с тобой судеб. Ты в моих объятиях смотришь мне в глаза. Как же ты красива, это не слова. Знаешь, это счастье просто быть с тобой. Каждое мгновенье слышит, что я твой. Сам себе не верил, что так может быть, что так суждено любить. Я просто без ума от тебя, от тебя, от нежных рук твоих, от сладких губ твоих. Всю жизнь свою искал лишь тебя, лишь тебя, и одну мечту свою, свою любовь одну, навек любовь одну. На территории ночного вещания был, наверное, один из последних романтиков российской эстрады и его потрясающие музыканты. Александр Ломинский, спасибо большое. Спасибо, Лея. Спасибо вам. Спасибо Казани. Спасибо Татарстану. Спасибо ТНВ. Спасибо огромное за то, что уделили нам внимание. Спасибо. Храни вас Бог. Приходите на концерт 1 декабря. Я уверен, что мы вас порадуем. Спасибо вам большое и удачного гастрольного тура. Спасибо. Спасибо, что были этой ночью с нами. Увидимся на следующей неделе. Всего вам доброго и приятных начинающихся выходных. До свидания.